Я стала именно тем человеком, каким хотела стать. Я стала режиссером, который придумывает несуществующие миры, сказочные. О чем я всю жизнь мечтала с раннего детства, увидев мультики, поняв, что это кто-то делает, что эти сказочные миры не просто существуют сами по себе, а есть создатели. Я тут же захотела стать таким создателем. Вот, собственно, я им и стала. С самых первых своих рабочих дней я работаю около камеры, с камерой. Все, что угодно делаю с камерой, создаю эти миры, снимаю мюзик-видео. И ничего другого не представляю себе. Я очень люблю снимать музыкальные клипы, что и делаю всю жизнь. И даже у меня вот есть татуировка, мюзик-видео, видите? Я не стесняюсь того, что я режиссер-клипмейкер, хотя многие мои коллеги, Федь Бондарчук, как-то вот уже переросли, что ли, этот статус режиссер-клипмейкер, как даже немножко стесняются какого-то прошлого там клипа, что такое несерьезное. Я так к этому не отношусь. Я отношусь к своей работе как к возможности заниматься искусством, и делаю это под влиянием большого искусства, которое мне нравится. Несмотря на то, что ролики, конечно, коммерческие, конечно, по заказу, но это не мешает мне производить их под влиянием какого-то очень самого высокого, самого большого искусства. Во всяком случае, так я себе это представляю.